Остались считанные минуты до момента, когда мы сможем назвать Юлию и Эдуарда одной семьей. Меня зовут Мария Кудряшова. Проведение свадебной церемонии – это часть моей жизни. Это то, чем я живу и вдохновляюсь. Сделать церемонию для влюбленных по-настоящему особенной и запоминающейся, нежной и чувственной – моя основная задача. Что самое главное в выездной регистрации? Конечно же, искренние эмоции самой пары и их гостей. Это то, что они запомнят на долгие годы. Это теплые слова, их счастливые улыбки, это мурашки по коже и, конечно же, слезы радости. Я всегда очень трепетно отношусь к каждой истории любви, ведь каждая пара уникальна. Семья – это особый мир, который вы уже начали строить вдвоем. Семья – это ваш уютный дом, куда каждый день вы будете возвращаться после деловой суеты. Семья – это ваша любовь. Чистая, взаимная, бескорыстная. И, конечно же, это счастье, которое сейчас мы видим в ваших глазах. В каждой есть своя личная история, со своим характером, с неповторимой энергетикой, со своими воспоминаниями и интересными, забавными моментами. Очень важно прочувствовать все моменты церемонии от начала и до конца. Как бурными аплодисментами гости встречают жениха. Как все замирают в ожидании невесты, которую провожает папа. Как молодожены говорят друг другу самое главное в своей жизни «да» и, конечно же, с каким трепетом они обмениваются обручальными кольцами. О любви можно говорить бесконечно. Но главные слова сегодня принадлежат нашим молодоженам. Очень важно заранее продумать все детали. Поэтому на встречу вместе с молодоженами мы обсуждаем не только сценарий и текст, но и подбираем музыку, обговариваем расстановку мебели на площадке, продумываем участие маленьких гостей. В зависимости от декора и от стилистики свадьбы, я предлагаю варианты свадебных аксессуаров и моего наряда, чтобы все детали вместе составляли единую гармоничную картинку. Я знаю, что вдвоем вам всегда очень легко и комфортно. И сейчас каждой клеточкой тела почувствуйте своего родного человека. В каждую церемонию я вкладываю душу. И все трепетные моменты проживаю вместе с парой. Поэтому их счастливый взгляд и улыбки гостей для меня – это лучшая награда. Посмотрите друг другу в глаза, как много света они излучают. Дорогие молодожены, вы хотите провести этот день с наполненным тепла сердцем и запомнить его надолго? Я помогу вам и с радостью стану частью этого особенного для вас дня. Сегодня, 11 августа 2018 года, в городе Санкт-Петербург ваш союз зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Пожалуйста, поздравьте друг друга.